Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей дуэльной игры с Кисельком. Пятый тур моего 7-го дуэльного турнира. Если вы не смотрели первую серию, то, пожалуйста, перейдите по ссылке в верхнем правом углу, белая кнопочка «I». Посмотрите первую серию и возвращайтесь сюда. Приятного вам просмотра. Блин, я случайно пересадил шпиона из Марракеша в Рабат, а этот у меня сидит до сих пор. Класс. Ну да, к сожалению. Ого. Так, есть 780. И есть покупка. Отлично, следующим ходом свободу принимаем. Что у него в городах? А, блин. Ну, я думаю, что уголь у него есть. Хотя... Нет, уголь у него есть. Но вот ему тут придется... Надеюсь, варвар его убьет, и там захватится его... Что-то. И он не сможет уголь обработать. И надеюсь, что это единственный уголь у него. Раз, два, три, четыре. Отлично. Блин! А, я могу уж перейти. Да. Есть такая штука у адмирала, что его можно в новый порт перекинуть. Слава богу. А то я думал, знаете, вот сидишь там. Так. Готов. Пиратский капер. Так, давайте здесь рынок. И продолжим фрегатики строить. Да, очень тяжелая и интересная игра тут получается пока. Ну, он отступил. Ну, я просто не хочу, чтобы он лез в мою сторону. Видите, убрал капер. Думает, что у меня сейчас тут куча армии к нему прибежит. Эй, я не понял, а почему... Блин, один ход. Один ход. Ладно, потерпим. Не будем принимать. В следующем ходу будет идеология. Я тогда потеряю вот этих 68 культуры. Потому что я еще в Гау не построил просто. Видите? Еще один лагерь. Если я ему не дам этот уголь, да, даже если он его обработает, у меня уже очень скоро будут иностранные легионы. Блин, опасно. Все, тут уже лагерей, кстати, не будет больше.
Ну, отходи. Видите, выбежал он своим капером, хотел захватить. Так, специалисты меньше еды, быстрее великие люди и... Понеслась. Ну, я думаю, сейчас Марракеш возьмется. Вот это уже подготовленная атака иностранным легионом. Куча флота. Лёша, ты должен смочь. Это твой шанс. Так, ученых уже начинаем беречь. Он еще даже фабрики не построил, понимаете? Он даже еще не обработал уголь. Наверное, зря, блин, зря я убил. Он бы тогда не встал туда, вот, и, получается, убил этого. Но с другой стороны, он уже не сможет на две клетки стрелять. Пойду-ка я уже копейщиком попытаюсь разграбить этот уголь. Так, караван куда бегал? В Тагазу на производство. Продолжает это делать. Так, постоим тут. Биг Бен. Ну, дешевле будет купить, да, одну. Что он в столице вообще строит? Непонятно. Ох, веселуха, братуха. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Альгамбру я построил, да? Да, отлично. Продолжаем развлекаться. Тадж-Махал.
Я уже не знаю, куда посылать рабочих, поэтому в сон их. Блин, расформировался юнит из-за минуса. Отлично. Это да, это есть такой прикол. Стоят у него тут фрегатики. Ну, конечно, он там накопил их. Давайте банк построим. Что ж тут? Так, ну 4 фрегата против 2 и капер, я думаю, должно нормально быть. Это у меня фрегаты стоят, потому что пойдут нападать на моего копейщика, естественно, пикинера. Стоят отбивать. А давайте я распущу. Так, золотой век. У него, конечно, на две клетки дальше осмотр на море. Блин, у него вообще 3 города на море. Вообще поражает, что я тут еще играю, в принципе. Самое интересное, что не просто играю, еще и могу победить. Блин, вот капер тут может мне дел наделать. Отступил. Клёво. Так, мне нужен этот лагерь. Это бабло. О, 102. А что я использовал?
Откуда у меня 100 денег? Внезапно. Так, ну я думаю, что пикинёра убьют, наверное. Но высадиться никогда не помешает. У меня открыта эта каравелла. Так, отведем. Стоим. О, апгрейдит. Тратит денежки. Так. Ну, главное разграбить. Успел? Успел. Отлично. Он деньги использовал, похоже. Так. Ну, настал мой час. Смогу я или не смогу я? Хотя демография говорит о том, что я очень крут. Как ни странно. Давайте-ка электричество и так далее. Денег мне вроде больше ни на что не надо. Да, слушайте, если я победю в этой игре, у меня еще такой игры никогда не было, конечно. Закрыть полностью волю, потом пойти в традицию и одним городом щемить человека, одним городом на море щемить человека, у которого три города на море, который пошел в традицию и при этом еще exploration принял. Это просто... Некий цуд. Так. Надо подготовить этого чувачка. Будем высаживаться на уголь. Это так, но ты с Алёшкой несчастлива, несчастлива. А судьба связала крепко настрои. Угля у него, по-моему, больше нету. Вот уголь еще, видите, но его надо как-то взять. Фабрику в столице он построил, а в Рабате? А в Рабате нет. В столице он, может, даже купил ее. Нет, построил. Так.
О чем мне говорит демография? Что пока ровненько. Так, этот у нас высадится тут. Этот тут, этот тут. Да, напряженная ситуация. Походу, мне надо полечить мои кораблики. Так, значит, сюда поставлю. Сюда поставлю. Ну, стреляют они по городам плохо, а вот поддержать высадку... Сейчас я здесь сколько караванов разграблю. Ну, давайте пообстреливаю, что тут. А как? Ага. Так, ну... Да, интересная игра, интересная. Думаю, вы все со мной согласитесь. А что он деньги, интересно, держит? Это постоим там. Что у нас с армией? У меня просто конкретно больше. Производство на 100 больше. Не знаю, на что он надеется. То есть мне можно продолжать просто дальше играть в развитие. Сейчас я ему тут... Все
уделаю. F, 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 F. Блин. Ну, это даже к лучшему оказалось. Отлично. А он не смог захватить. Звонит мне кто-то. Опять куча бабла я с караванов. Ну, тут я уже могу процентов на 90 говорить, что я тут победил. Я, может, даже и не буду Марракеш брать, а просто ему расфигачу всю экономику. Классно. Так, Public School. Семнадцать ходов золотой век. Я сейчас должно... Странно, не стало минуса по золоту. Так, все, я уже везде все купил. Давайте оставим на... А, мне не на кого оставить. Ладно. Ну, я ж не закрыл. Ну, может, сейчас его использовать. 527, давайте. Сейчас у меня... Что мне взять? Культуру от этих нафиг надо, нафиг надо. Ну давайте счастье вот этих банков, Stock Exchange или от национальных чудес.
Ну, честно говоря, тут уже все понятно, по-моему. Может, уговорить его сдаться опять, как я со всеми соперниками делаю. Многие почему-то думают, что 2GIS это просто какая-то карта, которая работает офлайн. Нет, там множество фильтров. Вот, например, это полезный помощник для тех, кто присматривает новую квартиру. Вы не только можете посмотреть новостройки на карте, но и поставить нужные фильтры. Сроки строительства, стоимость квадратного метра, варианты планировок, материал дома и многие другие параметры. И все это опять же офлайн. Так что заходите на 2GIS.ru, скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте 2GIS, если быть точным. Печально, конечно. Сдаться. Что сделать? Мягкий знак не забыть. Увидел фрегаты. Ну пока вроде стою. Ну, честно говоря, я тут и не собираюсь его особо захватывать прямо, знаете, вот. Но развитие тут у него все. Даже могу уже фрегаты, в принципе, вести лечиться обратно. Тут да ладно, убил все-таки. Ну, по тому же плану. Так.
Он типа тут строит, их туда ведет. А что у него, кстати, тут? А, нету угля. Ну, он, так я понимаю, не, так и не построил. Да. Так, приватер. Фрегат. Эх, тут захватить не удалось. Плывем лечиться. Так, так, так. Построил. То есть я на него нападаю, а он строит фарфоровые пагоды. Чувак издевается надо мной, походу. Ну, причем тут золото? Плюс 23 вход идет, конечно, но причем тут золото? Ну, у него, если что, есть уголь, ой, уголь, алюминий. Убил все-таки меня. И что он хочет сюда поставить крепость? Ну, почему нет, в принципе?
Блин, ну скучно, понимаете, по-моему, я тут выиграл, но это надо дальше давить, давить. О, он поставил Касабланку, неужели ради угля? Откровенно лень его захватывать просто. Вот. Мне достаточно того, что я вижу в демографии. Мне чуть-чуть осталось. Он, то, что мы по науке рядом, это чисто потому, что он, походу, сжигал ученых. Можно, например, сохранить флот до этих. Ну, как его? До линкоров. Дорогу ему эту чинить и чинить еще. Причем... Блин. Это я зря. Причем... сначала чинится улучшение, а потом только дорога. Ну, я доволен, в принципе. Конечно, хотелось бы и захватить, но у него тяжело это все. Тут у него стена, местоположение города такое тяжелое. Меня устраивает и так, что произошло. Так, теперь можно, кстати, заняться... Поплыву иностранным легионом сюда заниматься... варварами. Эх, блин, долбаные варвары. Так, вообще, знаете, что останемся тут. Тут прибегут фрегаты его, моего капера, мочить. Я думаю, Фтагазу уже можно на производство больше не отправлять.
Нет. Да ладно. Вот ты гад, а? Гаденыш. Гадский. Так, ладно. У меня есть еще возможность отбить. Понял? Вот так вот. Этот не захватился. Боже, что-то тут варваров дофига стало. А с какого они лагеря-то? С этого? Так, тут можно вырубить лес. В Гао. На еду. О, 22-24. Видите, я уже практически догнал соперника по столицам. В Гао на еду. Да ладно, он опять караван пустил? Ну окей. Вообще не возражаю. Стругал, блин. Ну, отступать надо. Надо отступать. Что поделать.
Ой, не люблю я это муторное дело вообще. Так, этого надо сюда помогать. Ну что, я разграбил караван? Вроде разграбил. То есть у меня уже даже... А, у него умирали жители, прикиньте. У него два хода умирают жители в Марракеше. Поэтому он так караван пустил сразу. Что-то мне не видно, как ему тут побеждать. Просто вот мы зря сидим и теряем время вдвоем, по-моему. Я еще не первый по... Да. Я, наверное, даже... Жгат, а? Еще и золотой век на 50% дольше длится. У меня тут вообще золотой век будет. Один небольшой шанс. Интересно, в чем он? Может, он тоже на линкоры надеется? Вылечился, блин. Так, значит. А вот лучше
А, нет. Смотрите, нет. И да. Все. Отменяю его. Так. Надо починить академию. Может отойти все-таки флотом-то? Боюсь, как бы я тут... Ну, а сколько у него, он мне не скажет, что ли? Блин. Да блин. Ну нельзя мне терять флот. Мне нельзя терять флот, блин. Лёша. Восемьдесят четыре, 240. А, у него же рядом с горами, у него обсерватории. Ну, то есть у него примерно столько же должно быть на самом деле. То есть он хочет, типа, меня наукой как-то. Ну, давай попробуем. Так, что мы ему забаним? Красители. Мне надо бы закрыть рационализм. Откуда здесь столько варваров? Блин, блин, блин. Ай, вот эта муторность, вот эта муторность меня просто... Чувак пользуется этим. Сидит там, отбивается тихонечко. Вообще надо специалистов посадить.
Колы. Так, растет. Тут у нас что? Два хода. Кстати, он диалоги еще не принял. Между прочим. Ну, в общем, мне надо выходить в батлшипы. Просто, я думаю, может даже прожигать ученых для этого дела. Блин. Еще варвары мне тут. Ну, долбаная. И разграбил сразу эту. Ну, блин, ну как так? Так. Мне надо потом биологию, полет, а Оксфордом возьмем электронику. Ой, я думаю, тоже на это надеется. Хочет выйти в... Так, стоп, мне надо снять... Ай-яй-яй, надо снять... Плюс 15, плюс 19. А, вот тут ученый сейчас появится. Ладно, можно не снимать. Плюс 26. А тут плюс 11. Угу. Так, ист-индийская компания. Давайте храмик забацаем. Сохраним деньги на линкоры.
Теперь вот, в принципе, неплохо бы и инженера получить. Чтобы построить статую свободы. Так, здесь будет ученый через 70-68, через 6 или 7 ходов. Опаньки, опаньки. Подплыл кто-то. Отойдем. Шесть, семь ходов, а инженер быстрее. Причем практически как раз на статую свободы он появится. Да, блин, куда... Куда у меня тут бегают? В Гао из трех городов, потом из Гао в Тагазы на... Ну, давайте из Тимбукту в Тагазу на еду отправим. Так, лансер. Давайте еще одного лансера. Науки у меня. Так, сейчас надо разобраться сначала с этим. Блин, отошел, прикиньте. Гад какой. Так, ну и где там? Раз. Два. Три. Четыре. Ты думал, у меня кончились корабли, да? А вот нет, нет, не кончились. Не знаю, как так получилось, но не кончились. Тысяча 987. На еду, тут на производство. Тут на еду. И тут на еду. Так, ладно.
Продолжаем наш золотой век. 13 ходов. Отлично. Вот через сколько у меня ходов будет следующий? А, тут пока нету. Посмотреть. Бараки. Армори. Я вообще до сих пор поражаюсь, что я одним городом на воде уделываю чувака, у которого три города на воде, принято эксплорейшн, а у меня нет. И он еще в традицию играл. Это просто поразительно. Ну, давайте, видимо, оперу. Нет, а гильдию музыкантов и оперу. Потом бараки. Так, попробуем переманить на нашу сторону. Не получилось. Ну, с одним не получилось, получится с другим. И с этим не получилось. Ну ничего, не все сразу. Да, поразительно. Не знаю, на что он надеется. Вот каждый раз смотрю демографию, я не понимаю. Ну да, 50% ему дадут эти. Но только в столице и в Рабате. С рационализмом. А, ну уже два принято, как и у меня. Но он же так до сих пор никакую идеологию не взял, правильно? Правильно. Прям обидно. Так, один ход до статуи. По идее, я, конечно, вообще могу сейчас одних лансеров начать клепать и на него там нападать. Что он тут надеется. Буду просто тут вот такой тучкой стоять. Пускай он видит, боится. Ну, у него осмотр на две клетки больше, чем у меня. То есть он там может где-то вокруг стоять, а я тут... А, нет, что я... Давайте варваров бить.
отойду. Блин, я, кажется, понял, на что он надеется. Не на линкоры, а на... Вот на что, на подводные лодки. Так что мне надо идти в подводные лодки, а потом уже линкоры. Об этом знает у нас любой Алёша. Мы заряжаем для них любые колеса. Посидел, подумал я и понял, что он идет в подводные лодки. Сейчас у меня еще производство больше станет. Не знаю, может мне сжечь тогда ученого и выйти в подводные лодки, но мне надо 1643. 4000 мне надо. А у ученых сейчас, наверное, где-то 2000 только. Да, так что пока открываем. В Тагазе, кстати, стены не помешают, конечно. Подождем. Он выйдет в подводные лодки и, конечно, будет моего фигачить. Так, ну вот он наконец-то. Да, так как он строит госпиталь, явно он, ну, то есть биологию он по-любому открыл. Вопрос только для чего? Для подводных лодок или для нефти, просто нефти. Ой, у меня производство сейчас, небось. Почти уже в два раза. Так, вот теперь можно и рыбацкие лодки в Тагазе построить. 3 штуки. Надо закрывать рационализм, чтобы я с веры мог покупать ученых. 600 науки. Блин. Не понимаю. Чего мы ждем? Чего мы играем? Пойду полечиться.
пускай. Так. Так, он в Modern Era еще не вышел, правильно я понимаю? Да, он в индустриализации. Сколько я культуры с варваров набил. О-о-о. Так. Ну вот, автократия. Угу. Так, это интересно. Автократия — это неспроста. Ну, кстати, не помешает кузня, что в Тимбукту, что в Джене, если надо будет юниты строить. И дополнительный молоток с железа. Так, лечимся, лечимся, лечимся. Чиним. В Modern Era он все еще не вышел. Что у него в городах? Госпиталь, Stock Exchange, тут непонятно. А, ну да, стена же. В принципе. Чё я? Какие-то раненые откуда-то приплывают. Так, кстати, почему марокканец в эту сторону не плывет? Боится, видимо, что я сейчас приплыву. Так, нефти у меня тоже завались. Раз и два. Начнем эту обрабатывать и эту обрабатывать. Что, кстати, у соперника с нефтью? Ну, как минимум одна нефть есть. И спер у меня опять теху. Ну, нормально. Блин, мне надо этого чувака пересадить к себе в столицу.
Вообще мне стоит первому выйти, конечно, в подлодке. 2400. Ага, 2500 дает. Покоцать ему весь флот под лодками. Правда, он то же самое с моим может сделать. Но если я их сберегу до батлшипов... А я вижу все, что происходит в его городах, а он видит только мою столицу. Он остальные мои города так и не увидел. Да, следующим ходом, наверное, выйду в подлодки. Сожгу ученого. А тут не построено ничего. Блин. Может одну купить? Я думаю, что деньги на ап еще у меня будут. Хотя, блин, всего 32 вход. А строятся они сколько? 3 хода. Не, одну надо купить все-таки. А, тут нет проплыва. Ну, отлично. Госпиталь. Ну, то есть, ну он не строил армию, мне как... Я не думаю, что у меня тут какие-то проблемы должны быть. Вот Киселек вышел в Modern Era. Убил меня. Так.
Да, подводные лодки. Ну, давай повоюем подводными лодками. Я вышел раньше. Я знаю, что ты вышел в подводные лодки. То есть он, если и строит, то только пока в столице. Опа. Ну, отлично. Блин, я жалко, я не посмотрел деньги. Может, он купил подводную лодку, да. Я так ему прям тут привел флот свой. Так, давайте будем тут стоять, чтобы ко мне, если что, не бегали. Да, этот был караван. В общем, в Тагазу отправим на продукцию в любом случае. Да, боже, почему он в Джене появляется-то? Ай, блин. Подлодки он стал строить? Нет, не стал. Хочет прям госпитали, вот именно достроить госпитали, когда ему тут флот выносят, да?
Так. Зачем он мне убил Каравеллу? Поставил крепость на алюминии. Ну, то есть для того, чтобы добавить алюминий, ну что, что сейчас можно за алюминий строить? Ничего, по-моему. Вообще он может захватывать, если он захочет. Пошли остальной флот марокканца бомбить. Полет открыт. Все, надо Оксфордом брать электронику. И апать в батлшипы. Надо следующим ходом отступать. Тут засвечивает. Мне уже надоело, честно говоря, с варварами биться. Хотя они мне дают очень неплохо культуры. Так что, в принципе, почему и нет? С другой стороны, да? Так, возвращаемся на апгрейд. У соперника подлодки не появились. Убить он меня пока не может. Он их даже не строит. Не очень мне понятны его действия. Я сейчас приплываю этими. Батлшипами и все тут. Ну, хотя я так и про Легион говорил, но я ему испортил все развитие, да? То есть... Что ему еще там делать остается? Героический эпос. Так, давайте караван. Нефть обработана. Вот еще нефть пошли. Всю нефть обработаем. Кстати, а алюминия-то у меня и нету. А мне-то алюминий был бы очень неплох. У меня вон столица на длинной реке стоит.
Во как. Походу, единственный алюминий на карте это у моего соперника. Вот это и все. Я больше не вижу алюминия. Например. Прикольно. Ну чё, лаги опять? Это не сейф, я просто вошел в игру. Мы просто в стиме тут разговаривали с соперником, и он уже ГГ написал. Я его спрашивал, как он умудрился мне проиграть игру. Он пишет, что у него не было железа для апгрейда во фрегаты, только в 5-м радиусе. Вот помните, он долго шел, то есть вот он, видимо, он вот тут где-то родился, вот тут, своим городом, и шел вот сюда вот, чтобы поставить тут город на воде. А, он взял типа автократию, чтобы у меня техи красть. Ну, дело в том, что, видите, я приду... Он надеялся, он говорил, что есть шанс, это он надеялся, что у него нефти не будет. У меня нефти не будет. Но у меня, как видите, нефти... Немерено тут. Ну вот видите, он пишет, что ГГ сдается. Сказать, сколько тут? 265. То есть... Ну, все, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Как видите, безвыходных ситуаций не бывает. Я смог додавить соперника и победил. На этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.